Добрый вечер, мы из Украины и рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня на календаре 15 января, середина зимы. И киевское время 21 час. Информации очень много, выпуск поэтому выходит тоже поздно. К сожалению, наверное, тайм-коды не успеем набрать, выложим так, как и вчера. Но ситуация очень обостренная, очень много приходится информации переосмысливать. Но вы знаете, да, ситуацию по ракетному удару, особенно в Днепре. Ну вот здесь как никогда скажу свою фразу: не дождетесь. Мы скорбим по погибшим и помогаем пострадавшим, но не дождетесь, чтобы мы сдались, нет. Итак, за минувшие сутки противник нанес 3 авиационных удара и 57 ракетных ударов. Также совершил 69 огневых ударов с реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре. Противник использовал зенитные, что касается обстрелов, ракетного обстрела, использовал зенитные управляемые ракеты С-300, С-400, 6Н-48Е, вот такого типа. Такого типа ракеты были использованы противником для нанесения ударов. Но тут есть как бы 48Н-6Е, вот так называется эта ракета. Это самая новая ракета комплексу С-300, С-400. Она подходит и туда, и туда. И дальность пуска ее, по некоторым данным, составляет от 150 до 200 километров. Но хочу обратить ваше внимание, что закончилась дружба, в кавычках дружба, или молчанка, игра в молчанку со стороны Беларуси. Разные источники дают разную информацию. К сожалению, наш генеральный штаб молчит вообще о том, откуда пускались ракеты С-300, С-400. Но Американский институт изучения войны четко и однозначно дает, что ракеты комплексов С-300 по Киеву были выпущены с территории Белоруссии. Поэтому я думаю, что дальше уже просто молчать нельзя. Вопрос дипломатических отношений с Белоруссией и вопрос включения Белоруссии в санкционные списки Европейского Союза. То, что, как нам говорят из Европы, по нашей просьбе и Белоруссия была исключена из этих санкций. Раз ракеты полетели с Белоруссии, значит, не может быть никакого. Белоруссия такой же участник конфликта, как Российская Федерация, и предоставляет свою территорию для войны против нас. Также было выпущено 41 крылатую ракету воздушного и морского базирования и управляемые ракеты, которые являются высокоточным оружием. Уничтожено было 26 ракет. По ракетам тут есть очень много разговоров и особенностей, поэтому я считаю, что необходимо, наверное, остановиться на одной ракете, ракете Х-22, которая пускается с тяжелого стратегического бомбардировщика Ту-22М3, который расположен в том числе и в Курской области. Есть аэродром, где он там расположен. И в чем состоит особенность этой ракеты? Эта ракета применялась по Украине, 210 ракет такого типа с 24 февраля по сегодняшний день было выпущено по Украине. Никогда не отмечалось в сводках, что сбили именно эту ракету. Да, есть, говорят, два упоминания в Одессе, что якобы сбивали эту ракету. Ракету эту теоретически сбить можно. Ее может сбить ракетный комплекс типа NASAMS или IRIS-T. То есть те комплексы, которые могут засекать время пуска этой ракеты. Вот если ее засечь в момент пуска,
и дальность этой ракеты будет достаточная для реакции противоракетного комплекса, вот тогда ее можно сбить, только при этом условии. Это первое, что хотелось бы отметить. Ракета сверхзвуковая. Скорость ракеты, чтобы не быть голословным, скорость ракеты достигает порядка 3,5-4,5 маха. То есть 4 скорости, это где-то порядка 1200-1300 метров в секунду летит эта ракета. Даже если учесть, что она летит на дальность 600 километров, максимальная дальность 600 километров, то посчитайте, за сколько минут она преодолевает эту дистанцию. Если вы ее засекли на траектории, сбить ее практически ни одна система на сегодняшний день не успевает. Если вы ее засекли где-то ближе к месту пуска, у вас есть шанс при наличии систем, таких как Iris-T, допустим, SAMT и Patriot, или на SAMS, да, у вас есть шанс сбить эту ракету. Теперь по поводу наведения ракеты. Ракета не очень точная, не очень. Она предназначалась для, как убийца авианосцев. У нее коэффициент кругового отклонения может составлять 300 метров. В самом простом варианте, без системы наведения, она может отклоняться до 5 километров на максимальную дальность от точки прицеливания. Ну, почему? Потому что она рассчитана была под ядерный боезаряд. Соответственно, ее полезная нагрузка составляет где-то порядка 900, даже больше, чем 900 килограмм. 960 дает тактико-технические характеристики. Это столько взрывчатого вещества, столько тротила находится в головной части. Ну, может, чуть меньше за счет оболочки. Вот. И теперь нюансы, два нюанса. Первое, у ракеты есть головка самонаведения. То есть она опускается по координатам, летит по инерционной системе, все хорошо, но при подлете к цели включается где-то на удалении 50 километров, включается эта головка самонаведения. А так как ракета противокорабельная, то эта головка самонаведения может определять только контрастные цели, то есть цели больших размеров. Ориентировочно это на крейсер, на эсминец, на авианосец. А так как ее пускают по жилым кварталам или по промышленным каким-то объектам, то вот эта головка на самонаведение выделяет какую-то большую цель. Если я не ошибаюсь, дом был многоподъездный, очень большого размера. Поэтому она и скорректировала ракету точно на это здание. Никто ее не сбивал. Судя по видео, она прекрасно, без каких-либо шлейфов или повреждений, зашла в этот дом. Кстати, еще один момент. Если ракету сбивает ПВО, она, как правило, не взрывается. В 99 случаях из 100 она не взрывается. Вот эти шахеды, которые мы сбиваем с помощью стрелкового оружия, пулеметов, там, пушек, да, при повреждении двигателя у него головная часть остается целым, и при ударе о землю может произойти детонация боезаряда, который несет шахед. Ракета сбивается на траектории путем прямого или непрямого попадания. В любом случае, при прямом попадании ее разрывает в клочья, и падают на землю только обломки. И при непрямом попадании ракета получает значительные повреждения, в том числе и взрывного устройства. И падает на землю как груда металла. Максимум, что она может вызвать, это разрушение механические от удара обломками ракеты. И пожар, если будет гореть топливо этой ракеты или взрывчатое вещество. Вот что такое ракета Х-22. Она воздушного базирования. Их выпущено больше 1000 ракет в советское время. Она 68-го года, год разработки, 58-й принятие на вооружение, 68-й год. По некоторым информации, вроде как в 71-м она официально, 9 февраля 71-го года была принята на вооружение.
Единственное, почему раньше ее применяли так редко, 210 ракет на фоне почти тысячи ракет «Искандер», выпущенных по нам, или ракет «Калибр», там 800 или 700 штук, то 210 ракет Х-22, она всегда терялась в общей сводке, и мы не выделяли ее никогда отдельно. Только когда она наносила такой гигантский урон, как в Кременчуге, когда ракета скорректировалась на торговый центр, и вот сейчас в Днепре, когда ракета скорректировалась на жилой дом. Вот такая вот... А почему редко используется? Потому что ракета жидкостная, в нее заливается ракетное топливо, которое является высокотоксичным, и это производится специальными подразделениями полностью в химических средствах защиты. Вот, и она не может долго храниться заправленная. То есть, если вы заправили ракету, в течение нескольких суток она должна быть отстреляна. Заправленная, ее хранить практически нельзя. То есть, она заправляется непосредственно перед пуском. Вот поэтому их было до сегодняшнего дня так мало. Видимо, ввиду дефицита мы теперь будем встречать эти ракеты как можно... К сожалению, я думаю, доля этих ракет в ракетных ударах будет увеличиваться по мере уменьшения запаса тех ракет, которые остались у Российской Федерации. Вот такая штука. Что касается С-300, С-400, я уже сказал, что вот эта ракета с дальностью 150-200 километров. Я в этом случае, видите, как наш генеральный штаб, к сожалению, не упомянул, откуда и сколько этих ракет прилетело. А вот Институт изучения войны американский точно, однозначно, четко и однозначно дает, что ракеты С-300, С-400 в Киев прилетели с территории Белоруссии. Поэтому хотелось бы очень... реакцию нашего политического руководства на возобновление боевых действий с территории Белоруссии против Украины. Вот такая картина, к сожалению. Но мы с вами продолжим, и хочу еще остановиться на жертвах людей, которые пострадали. Дом, в который попала эта ракета, 230 квартир повреждены, это многоподъездный дом, и 72 квартиры разрушены полностью. К сожалению, старая советская панелька сложилась как карточный домик вместе с ее жильцами. На данный момент, на момент записи этого видео, у нас погибших числится 29 человек, из них один ребенок. Травмированных 73 человека, из них 13 детей, и 12 человек из этих 73 в тяжелом состоянии. Сколько из них детей, к сожалению, не указывается. Надеюсь, что детей в тяжелом состоянии нету. Разыскивается еще, продолжается разбор завалов, и разыскивается еще 43 человека. То есть судьба 43 человек еще неизвестна. Спасенных на данный момент, то есть вытащенных живыми из-под завалов, 39 человек. Вот такая вот трагедия произошла в Днепре в результате ракетного удара Российской Федерации. Знали ли россияне о том, что там жилой массив? Конечно, знали. Когда программировали ракету, конечно же, знали. Единственное, они не могли точно сказать, какой из домов скорректирует ракету головка самонаведения, которая включится на последнем этапе полета. Но то, что она попадет в какое-то очень большое здание, они об этом точно знали. Но если там жилой массив, то понимаете, что здание, конечно же, будет жилое. Итак, далее. Враг не оставляет намерений полностью захватить Донецкую область. Основные усилия концентрируют на наступательных действиях на Бахмутском направлении. Россияне также ведут наступление на Лиманском, Авдеевском, Новопавловском направлении. А на Купинском направлении пытаются улучшить свое тактическое положение. То есть
Со сменой командования, надо отметить, что со сменой командования специальной военной операции, как они, так они называют войну против нас с вами, против Украины, регулярные части российских войск очень сильно активизировались. И теперь мы уже говорим не о роли и месте частных военных компаний и наемников, нет. Теперь регулярные части, профессионалы, профессиональные военные плюс мобилизованные начали активные боевые действия. Кстати, я вам скажу, что действия штурмовых групп, особенно в Солидаре, довольно профессиональные, к величайшему нашему сожалению, но довольно профессиональные. Штурмовая группа состоит из 23-25 человек. Они делятся на три части. Первая часть — это те, кто идет вперед и делает проходы в минных полях, снимает мины. Вторая часть — это штурмовая группа, которая старается ворваться в наши окопы и устроить ближний бой. И третья, которая прикрывает огнем первых две и ведет управление всем боем. Причем особенность состоит в том, что они забирают всех 200-300, то есть мы не можем определить как принадлежность этих групп, то есть захватить пленного или взять документы убитого мы не можем, чтобы определить, какие части штурмуют. Плюс эти группы одевают нашу форму. Что при том, не хочу применять плохое слово, но при том несогласовании или отсутствии взаимодействия между ведомствами, чьи силовые подразделения представлены или ведут оборонительные бои в Солидаре, вызывает крайнюю, ну, я бы сказал, делает огромные проблемы для наших обороняющихся войск, потому что они действуют в нашей форме. Вот такая вот тактика применяется сегодня российскими войсками в том же Солидаре, в Бахмуте то же самое применяется. Вот. И они продолжают давить на наши позиции. Подразделения сил обороны Украины за минувшие сутки отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макиевка, Белогоровка Луганской области, Верхнекаменская, Спорная, Белогоровка, Солидар, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Водяная, Майорск, Марьинка, Донецкой области. Что касается оперативных направлений. По оперативным направлениям Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления без существенных изменений. Наступательных группировок противника не выявлено. В Республике Белоруссии продолжает прибывать техника и личный состав из России. Мы знаем, прибыл еще один эшелон, около 700 человек личного состава, 8 вагонов. Вот. И там порядка 20 платформ с техникой и вооружением. Далее, на Сиверском и Слобожанском направлении минометным и артиллерийским огнем было нанесено поражение, огневые удары по районам населенных пунктов Сумской и Харьковской областях. Ну и добавим сюда то, что с территории Белоруссии прилетели ракеты С-300, С-400. В районе, на Купянском направлении, это же Сватовское направление, там продолжаются позиционные бои в определенных секторах. Противник пытается вести встречный бой на Купинском и Лиманском направлениях, пытается улучшить свое тактическое положение. Мы пытаемся давить на противника и особенно в районе Кременной пытаемся продвигаться вперед. Бахмут и Бахмутское направление. Враг пытается и дальше продавить нашу оборону на юге Клещиевки. Там идут ожесточенные бои, штурмовые группы, причем они действуют и днем, и ночью. То есть круглосуточно ведут боевые действия. За счет ротации у них есть возможность вести боевые действия круглосуточно. По несколько штурмов за сутки по наших позициях осуществляют российские войска. На юге Клещиевки противник за последние сутки имеет незначительный успех. На несколько сотен метров они продвинулись в сторону наших позиций.
враг значительными силами идет в наступление на северном фланге обороны города Бахмута. Основные усилия прикладывает в Бахмутском лесу. Результаты боев в Бахмутском лесу на данный момент пока неизвестны. Там идет ожесточенный бой. Далее, Авдеевское направление. На Авдеевском направлении также противник пытается идти в наступление. Постоянно атакует наши позиции. И на данный момент ожесточенные бои продолжаются. И в самой Авдеевке, в Первомайском и в Невельском ситуация по сравнению со вчерашними сутками, с прошедшими сутками, не изменилась. Штурмы наших позиций, но линия фронта на этих трех населенных пунктах не двигается ни в одном направлении. Но штурмы наших позиций продолжаются. Вот. Причем штурмы продолжаются по одной и той же примерно схеме. Далее смотрим, у нас Новопавловское направление, там идут ожесточенные бои в районе Мирного. Противник пытается продавить нашу оборону, мы отражаем его атаки на этом участке. За прошедшие сутки противник успеха не имел, ситуация на Новопавловском направлении не изменилась. Запорожское направление, здесь позиционные бои, обстрелы, взаимные обстрелы, обмен артиллерийскими и огневыми ударами авиации, ситуация не изменилась. Херсонское направление, здесь то же самое, без изменений. Единственное, что надо отметить, что в результате обстрелов российской артиллерии правого берега реки Днепр есть жертвы среди мирного населения. Если вчера мы говорили, что есть пострадавшие, то за прошедшие сутки есть жертвы. Враг продолжает нести ежедневные потери в живой силе. Так, 12 января в направлении Старобельска Луганской области была проведена эвакуация около 50 раненых военнослужащих противника, которые действовали в районе Сватово. По имеющейся информации, по состоянию на 12 января в одном из танковых батальонов 26-го танкового полка оккупантов, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, находилось 10 единиц танков Т-80БВ. Остальные либо уничтожены, либо отключены. Ну, имеется в виду, уничтожены, либо повреждены. Из личного состава батальона осталось около 30 человек. Ну, 10 танков, 3 экипажа, 10 экипажей по 3 человека. Вот такие потери мы наносим противнику в районе Сватовском направлении. За минувшие сутки наша авиация нанесла 5 авиационных ударов по районам сосредоточения живой силы и техники противника. Также был сбит беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10». При этом подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника. По ситуации в морях с носителями ракет «Калибр» на данный момент, за прошедшие сутки, мы знаем, в море выходило 4 носителя ракет «Калибр» в черное. Они же принимали участие в обстреле территории Украины. Но на данный момент в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей. Среди них только один корабль является носителем ракет «Калибр», общий залп которого может составить до 8 ракет. В Азовском море продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве Россия 2 корабля. Ну, про Средиземное я уже говорил неоднократно, нет смысла его вспоминать.
Итак, на этом военные новости за прошедшие сутки мы закончим и поговорим немножко о военно-политических новостях. Сегодня их совсем немного, но тем не менее. Вчера состоялся телефонный разговор между президентом Зеленским и премьер-министром Риши Сунак. И премьер-министр Великобритании подтвердил в телефонном разговоре, что Украина в ближайшее время получит 14 танков Challenger 2 и дополнительно 30 артиллерийских систем АС-90. Это практически два дивизиона артиллерийских. Хорошее подспорье. Огромное спасибо теперь уже его величеству, королю Великобритании. Ну и британскому правительству и налогоплательщикам то же самое. Большое огромное спасибо. Теперь хочется отметить по поводу источников информации и новостей. Сегодня, да, вот в моде, я говорил, что сегодня, скорее всего, моветон, если вы не говорите для западных политиков, если вы не говорите или средств массовой информации о поставках вооружения в Украину, тяжелого вооружения. И вот мы в эйфории вот этой, того, что нам там обещают танки, та страна 10, та страна 10, там, вот видите, Великобритания, она самостоятельная, это ее гаубицы, это ее танки. Не надо Великобритании ни у кого спрашивать разрешение на передачу этих танков. Они приняли решение, они их передадут. Это британские танки. АС-90 это британская гаубица. Поэтому никто не может помешать Британии передать эти гаубицы. Все остальные, кто говорит там о леопардах, кто говорит об Абрамсах, кто говорит о Брэдли, М113, Мардерах и прочих, всегда делайте сноску, делайте на то, кто говорит, какой источник пишет. Вот сегодняшняя и вчерашняя новость о том, что нам передадут ударные, якобы Великобритания передает нам ударные вертолеты Апач, сообщает издание The Mirror. И все подхватили эту новость. Ура, Апачи, ракеты Hellfire. Там, я в том числе утром комментировал, мне такой вопрос задали на одном из телеканалов. Я говорю, да, конечно, Hellfire это супер, это ПТУР воздушного базирования, который также действует по принципу, как Джевелин, пустил и забыл. И у танка нету шансов уйти или отпрыгнуть в сторону от ПТУРа Hellfire. И такие вертолеты могут реально, там 4 вертолета, 2 пары могут сделать фурор на поле боя, разнося российскую бронетехнику в щепки. Так вот, британский таблоид что сделал? Он не стал опровергать, что они дали ложную информацию, они просто тихонечко в обед удалили эту новость со своего сайта. Вот и все. И никто никаких вертолетов никому не дает. Поэтому надо быть очень внимательным, очень осторожным и искать подтверждение той информации, которая попадает. Даже такие таблоиды, ну я не знаю, он относится к серьезным или несерьезным таблоидам, не анализировал рынок средств массовой информации в Великобритании. Но именно сам факт того, что новости как появляются, так и исчезают, некоторые из них. Далее, опять возвращаемся к Белоруссии. Опять наращивание, подготовка, точнее, завтра начинается учение с 16 по сентября, января по 1 февраля начинается учение тактические, летно-тактические учения на территории Белоруссии, совместные российско-белорусские. И под видом проведения учений Россия наращивает авиационную компоненту в Республике Беларусь. Будут задействованы все аэродромы, их, по-моему, там 7, на которых может базироваться, полигонов у них 9, а аэродромов у них, по-моему, 7. Уже на сегодняшний день на территории Беларуси, ну, на самое известное нам Мачулище, прибыло не менее 10 вертолетов, это Ми-8 и Ми-24, они перебазированы. Ожидается перебазирование самолетов оперативно-тактической авиации на аэродромы Белоруссии. Кстати, вот в этом ракетном ударе принимали участие именно самолеты тактической авиации. Су-35,
делали пуски ракет воздушного базирования Х-59 по территории Украины. Поэтому, видите, для нас это очень, ну, как бы, надо обратить на это внимание. Это очень существенно. Также с учетом указанного, мы говорим о том, что угроза нанесения ракетно-авиационных ударов с территории Беларуси теперь уже не просто нарастает, она уже практически имеет 100% вероятность. Будет ли она продолжена или нет, сказать на данный момент сложно. Но ракеты вчера прилетели с территории Беларуси. Об этом нельзя забывать. Далее, надо отметить, что начало этих учений тоже может ознаменоваться нанесением ракетного удара. И еще напомню, что по информации, которая сейчас проверяется, в Гомеле развернуто производство беспилотников. Скорее всего, это могут быть сборка вот этих иранских беспилотников. Может быть, каких-то других. Но тем не менее. И, кстати, в ракетном ударе, который был вчерашним, не принимали участие дроны «Камикадзе». Ну, тут два варианта может быть. Либо их на сегодняшний день Россия не получила следующую партию, либо они их берегут для какого-то особого случая. Вот, кстати, завтра в понедельник такой особый случай, на мой взгляд, вполне может наступить. Ну что ж, на этом военная и военно-политическая часть будет закончена. Я сделаю по традиции паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, подписаться тем, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. И продолжим мы, как обычно, по традиции, это ответом на ваши вопросы, которые вы задали в предыдущих видео, в комментариях к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий. Как вам идея Романа Світана про мобилизацию украинских силовиков как элемент ротации? Идея очень хорошая, я ее всегда поддерживал. И, кстати, многие граждане задавали вопрос, когда нам говорили, что у нас там Министерство внутренних дел 600 тысяч, там прокуроров, налоговиков и прочих. Это все у нас относится, у них даже есть спецподразделения свои, в налоговой есть спецназ. Помните, тактические носки по 600 гривен за пару для спецназа. По-моему, налоговиков или там кого-то из них, прокуроров, целая армия и все остальное. Скажу так, что некоторые силовые структуры воюют. Пограничники, спецназ их не воюет, спецназ национальной полиции воюет. Кстати, национальная полиция была среди защитников завода «Азовсталь» в Мариуполе. Надо отдать должное. Но в общем, как бы, если брать по стране, по количеству личного состава, то да, такая мобилизация среди этих силовых структур в подразделения, в армейские подразделения вполне приемлемо, точнее, или создание общевойсковых подразделений на базе этих силовых структур, для, в том числе и для ротации наших сил обороны, на уже тогда сил обороны мы это говорим, не только вооруженных сил, на линии фронта вполне абсолютно приемлемо. И тогда, может быть, больше будет понятно ответ на вопрос, что если у нас 900 тысяч под ружьем, то где же эти 900 тысяч, ну, вот, не только растянуты по всей границе, но и должен же быть какой-то резерв внутри страны. Так что я поддерживаю такую идею.
Если взрыв недалеко от многоэтажного здания, какие этажи больше страдают от осколков, верхние или нижние? Конечно же, верхние. Смотрите, если это не осколочный взрыв, если это фугасный взрыв, то всегда есть некое заглубление. И, соответственно, насколько бы не заглубился снаряд, ракета, авиационная бомба, взрывная воронка будет иметь форму, угол наклона стенок воронки будет иметь 45 градусов. И, соответственно, взрывная волна и все осколки из этой воронки будут идти под этим углом. То есть вот между двумя наклонами в 45 градусов будет примерно равномерно распределяться осколки от этого снаряда, ракеты и так далее. И если рядом с домом, то, естественно, страдают где-то верхние, от середины и выше этажи, в зависимости от удаления. Если довольно далеко, то может задеть только верхние этажи. Причем как ударная волна также распространяется, так и осколки. Чем ближе к зданию, тем ниже будет зацеплены этажи осколками и взрывной волной от этого взрыва. Добрый вечер. На протяжении всей войны многие медиаресурсы достаточно последовательно освещают противоправные действия со стороны военнослужащих Российской Федерации как на территории Украины, так и лиц, причастных к ракетным обстрелам, находящихся на территории России. У меня вопрос, являются ли данные материалы основанием их заочного осуждения международными судами с целью запуска последующего механизма объявления их в международный розыск и когда начнут работать эти суды? Пишу на русском языке, чтобы россияне, возможно, задумались и поняли, что в случае привлечения их к ответственности дальше своего города они выезжать не смогут. И их установочные данные можно будет законно опубликовывать на всех международных уровнях. Да, вы полностью ответили сами на свой вопрос. Ну, они все, принимая участие в геноциде нашего народа, в этой войне против украинского народа, совершая военные преступления. Ну, вот как, допустим, командир вот этот, я дальше скажу его фамилию, знает уже фамилию, есть фотографии опубликованные, где он с женой, с сыном, командир этого бомбардировочного полка, чей самолет Ту-22М3 нанес удар по многоэтажке в городе Днепропетровске. Все его персональные данные уже занесены в общий реестр военных преступников. Да, он будет осужден уголовным судом как военный преступник, как убийца гражданских лиц. И да, действительно, на него будет выписан международный ордер на арест. И так как нацистских преступников ловили после войны по всему миру, точно так же будут ловить и их. И тут уже не то, что выехать из собственного города. В собственном городе выйти из дома могут выкрасть, и как вот делал Израиль. Да, он собирал нацистских преступников по всему миру, привозил и их предавали уголовному преследованию согласно решению Международного военного трибунала в Нюрнберге. Вот. Точно так же и здесь. Сейчас трибунал формируется. Я напомню, что в Лондоне должна весной пройти встреча министров юстиции стран, которые поддерживают Украину. И там будет уже формироваться непосредственно трибунал. Сейчас следственные органы и правоохранительные органы разных стран, кстати, Польша, Франция предоставила нам, по-моему, кто-то, не то Чехия, не то Словакия, тоже предоставили нам своих криминалистов, юристов и следователей, которые сегодня помогают нашей национальной полиции документировать все вот эти военные преступления. И они все лягут в основу уголовного иска против Российской Федерации. Ну а дальше все страны, которые поддерживают решение трибунала, будут этих людей отлавливать и выдавать нам для дальнейшего их осуждения уже очного. Точнее, даже уже не очного осуждения, а предъявление, оглашение им приговора и приведение этого приговора в исполнение. Расскажите, пожалуйста, о складах, арсеналах Квантунской армии в шахтах Артемовска. Ну вот тут непонятно, вы ли с иронией или с сарказмом насчет Квантунской армии и насчет соляных шахт.
Действительно, в соляных шахтах в Советском Союзе хранилось стрелковое вооружение еще со времен Второй мировой войны. Причем все оружие, немецкое оружие, которое было собрано на полях сражения тыловыми бригадами, оно все было отремонтировано, законсервировано и помещено. Кстати, есть такая особенность, что оказывается металл в соляной шахте не ржавеет. И поэтому они там хранились. На 14-й год там были склады, но впоследствии их вывезли. Кстати, в YouTube, если хорошо покопаться, можно найти сюжет, который, не помню, какой телеканал снимал, но кто-то из наших украинских телеканалов, когда возле ворот этой воинской части под Солидаром находилось два блокпоста. ДНРовский и блокпост, и наш блокпост. И оба контролировали, чтобы не вывозили оттуда стрелковое оружие. Вот. Так что я в подробности вдаваться не буду, но запасы были, исчислялись, в советское время запасы исчислялись миллионами штук. В некоторое время даже была информация, что до 15 миллионов стволов могло храниться на этих складах. У меня вопрос. В начале Второй мировой войны часть оборудования Криворожского металлургического завода была эвакуирована на Урал, в город Нижний Тагил, во время немецко-фашистской оккупации города. В одном видео вы рассказали про эвакуацию Харьковского танкового завода на территорию союзников. Это перенос оборудования, станков, сборочного конвейера и персонала или только документации? Спасибо, верим вооруженным силам Украины и ждем победы. Ну, вы знаете, вот тут я вам точно не скажу. Никакой информации про эвакуацию наших предприятий до 24 февраля, к сожалению, на сегодняшний день нету. Я надеюсь, что... Но по рассказам харьковчан, самих очевидцев, я знаю, что завод имени Малышева подвергся ракетно-бомбовым ударам буквально в первые дни массированного вооруженного вторжения в Украину. Поэтому дай бог, чтобы вывезли документацию. Дай бог. Особенно по танкам «Булат», «Оплот», вот эти все разработки. Как мы в 2014 году, мы же успели вывезти из «Топаза» всю документацию по радиолокационной станции «Кольчуга». И вывезли лекала лопаток вот этого завода по их производству для реактивных двигателей. Кстати, Россия этот завод перевезла в Санкт-Петербург, там развернула, но лекала они берут свои. Это очень важный элемент, по этим лекалам выгибаются и вырезаются эти лопатки для реактивных двигателей самолетов. Самолетов, вертолетов, там где они используется. Это очень важный элемент. Поэтому сказать на сегодняшний день, что вывезли Малышева, и он и этот завод где-то там заработал сейчас на территории союзников, ну, я бы, честно говоря, не рискнул. Потому как информации нет, но по свидетельству очевидцев, завод бомбили 24-го с утра, уже бомбили завод имени Малышева. Так что дай бог, будем верить в то, что документация конструкторского бюро вся вывезена и прибывает на контролируемой нами территории. Добрый вечер. Если в общих чертах и понятными словами, то какой должна быть защита от радиоэлектронной борьбы в дронах, чтобы советские образцы РЭП не могли оказывать воздействие? Например, правдива ли информация о том, что свитчблейды оказались восприимчивыми к помехам и поэтому их не используют? А возможно ли вообще тогда иметь защиту от РЭП, если даже в современном западном образце есть эта проблема? Смотрите, дело в том, да, была такая информация, что именно Switchblade оказался неустойчивым к российскому РЭП, и его применение было крайне затруднено из-за воздействия радиоэлектронных средств Российской Федерации. Но я вам скажу, что не надо говорить о том, что это неправильно сказать, что советская РЭП в вооруженных силах России. Нет. Россия, кстати, это одна из областей, по которой России удалось продвинуться
значительно продвинулся вперед. И у них довольно неплохие станции радиоэлектронной борьбы, которые и могут слушать и перехваты осуществлять мобильной связи, могут ее глушить, могут по целую полосу частот накрывать. У них СРЭП довольно сильная. То, что их очень мало, этих станций, то, что мы это приоритетные цели, и мы их уже пожгли там целую кучу, это другой вопрос. Но то, что их РЭП довольно сильная, это надо отдать должное. И да, а западные образцы, они могли разрабатываться в условиях отсутствия возможности проверить на работоспособность или на преодоление тех станций радиоэлектронной борьбы, которые есть на вооружении Российской Федерации. И вот видите, да, один из получился примеров, когда Switchblade столкнулся с российским РЭП и оказался намного слабее. Преодолеть РЭП можно. Для этого существует миллионы способов, особенно сейчас в цифровых технологиях. Это и смена частоты, постоянная модуляция частоты, это раз по определенному алгоритму, это этот самый порционная передача, когда-то использовалось такое понятие, как телекодовая связь. Вот, то есть, когда посылается несколько посылок, и хотя бы одна из них, если пробивается через РЭП, то ее на другом конце расшифровывают. Точно так же отправляет обратную посылку, да, вот такой импульсной передачей. Вот, так что можно, это все можно сделать. Можно как бы изменить поднесущие какие-то особенности в сигнале, для того, чтобы он преодолевал помехи, которые ставит станция радиоэлектронной борьбы. Тут, знаете, как скажу, так, это как примерно мультик «Том и Джерри», да, это вечная борьба двух противоположностей. Всегда на каждое действие есть противодействие. Сначала там придумали, допустим, какую-то управляемый снаряд или управляемую ракету, потом придумали радиоэлектронную борьбу, поставили помехи. Потом начали думать, как эти помехи обойти. И вот это совершенство, пословица «совершенству нет предела», вот здесь она абсолютно применима на все 150%. Что и происходит сегодня в мире электроники и в мире систем управления огнем. Скажите, пожалуйста, если после утреннего обстрела Киева Искандером упали обломки, значит, есть возможность его сбить, если по баллистической траектории, то у нас нечем, насколько много часто они могут это делать. Ну, давайте поправимся, что это не... Да, действительно, утром было в нескольких источниках, что это якобы Искандеры. И предположение было, что это могут быть Искандеры. Но есть уже официальное как бы, подтверждение Генерального штаба, что это были ракеты С-300. Да, и то, что их можно сбить, ну, я уже сказал, что комплексы НАСАМС или комплексы РИСТЕ, то есть те, которые имеют комплексы, которые, скорее всего, связаны с космической разведкой, то есть они имеют спутниковые через спутник глаза и уши в режиме онлайн, и если они засекают момент пуска этих ракет, то тогда, да, эти ракеты можно успеть сбить. Вот если в таком контексте работать, то тогда да. Ну и, соответственно, когда будет Патриот, то тоже он предназначен для борьбы с такими ракетами, типа как С-ракеты от комплексов, зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Вот, поэтому так. Но обломки, то, что обломки падали, это говорит о том, что сбивать это можно. Вероятность сбития — это уже огромный вопрос. Но все равно сбивать можно. Вчера вечером официально было заявлено, что ракета была сбита украинским ПВО над домом. Какого черта установка была в частном секторе?
Никто не сбивал ничего. Это сегодня уже было миллионы опровержений. Ракета целенаправленно с самолета была пущена, и она шла в этот район. Единственное, что головка наведения этой ракеты скорректировала ее именно в этот дом. Точно так же она могла ее скорректировать в соседний дом, если бы он, допустим, был больше по размерам. Потому что она, я уже рассказал в оперативной части, что она, головка наведения ракеты, определяет контрастную цель. Ей нужна большая цель. То есть большое здание для нее является целью. Она противокорабельная, эта ракета. Она может применяться по суше, но вот при таком условии. Если бы ракету сбили, я тоже там рассказал подробно. Вернитесь в оперативную часть, там подробно рассказал, что если бы ракету сбили, то от нее бы прилетели обломки. Что бы сделали обломки? Ну, максимум повредили бы одну, может быть, две квартиры. И пострадавших было бы намного-намного меньше, в десятки раз меньше. Вот. Но ракета шла без шлейфа, то есть там никаких повреждений на ней не было. Она не горела, как сбитый самолет и так далее. Она просто воткнулась в этот дом так, как она шла по своей траектории. Вы бы не могли объяснить, почему более новые ракеты Х-101 и Х-555 наше ПВО сбивает, а более старые Х-22 перехватывать не удается? И еще, если новых ракет остается мало, означает ли это, что в массированных обстрелах будет использоваться все больше Х-22? Спасибо за информацию. Смотрите, Х-555 это самая современная ракета, и модернизация осуществлялась уже после 2014 года. Ее делали из Х-55. Вот 55-я и 101-я ракеты – это советского образца. В чем разница? Почему мы их сбиваем намного больше, чем Х-22? И дело в том, что ракета Х-101 и Х-555 – дозвуковая ракета. Ее максимальная скорость – 870 км в час. То есть она летит как самолет. Кстати, именно поэтому очень эффективно применять по крылатым ракетам и авиацию. Если авиация успевает подняться в воздух, то она борется с этими ракетами, как с обычными воздушными целями. И за счет того, что они, вспомните, там ракетная угроза, потом ракетная атака, с Каспия пустили ракеты. И у нас сразу с вами вот такой вот список, как по расписанию. В городе там Днепре эти ракеты будут во столько-то, в городе там Черкасах во столько-то, в Киеве во столько-то, в Виннице во столько, во Львове во столько-то. То есть ракета дозвуковая. Мы четко можем определить время ее подлета. И пока она летит, мы ее все готовимся встречать. И естественно, от границы нашего государства и до того объекта, на который летит ракета, а по ее траектории примерно можно предположить, куда она летит, поэтому успевает объявить воздушную тревогу, успевает подготовить средства ПВО, средства противоракетной обороны и все от пулемета до НАСАМС комплекса, все смотрят в небо и готовы сбивать эту ракету. Вот вам результат. А ракета Х-22 летит со скоростью 4 маха, 1200, даже 1300 метров в секунду. И вот посчитайте, 600 километров она пролетит за сколько, если разделить на ее скорость? Это минуты, считанные минуты. И если вы увидели, вот, а за счет скорости она малозаметная, она идет на небольшой высоте, и вот вам и результат. И ее, может быть, и успевает увидеть тот же комплекс НАСАМС, успевает ее увидеть. Но он не успевает на нее. И отреагировать успевает. Но противоракета не успевает в точку встречи долететь и сбить эту ракету. Вот в чем проблема. Поэтому, но вы абсолютно правы. И я разделяю эту угрозу. И страх перед тем, ваш страх перед тем, что
чем меньше ракет Х-101 или Х-555 будет оставаться у Российской Федерации, тем больше они будут вытаскивать из запасника вот эту вонючую, ну, можно назвать вонючую, из-за высокотоксичного топлива, ракету Х-22. Тем более, что их было выпущено в Советском Союзе более 1000 штук. 210, если отстреляли, то представьте, еще 4 пятых, 1 пятую только израсходовали. Так что 20% только израсходовали, остальные еще есть. Правда, там есть разные модификации этих ракет, и дальность которых составляет от 100 километров до 600 километров. Вот. Так что какие остались еще ракеты типа Х-22, какая модификация этих ракет, сказать на сегодняшний день практически невозможно. Потому что мы не знаем, сколько какой категории было произведено в Советском Союзе. Интересно, как влияют морозы на стратегическую авиацию? На болотах было до минус 20 в местах их дислокации. И фото со спутника показывали 6 единиц авиации. Как потеплело, нанесли удар, хотя возможно совпадение. Совпадение не в этом. Их действительно на спутниках, их осталось 6 самолетов, которые мы видели на спутниках, на снимках спутниковых компании Mirax. После вот этой бавовны, хлопков, которые состоялись на аэродроме в Энгельсе. Тогда они быстро поперегоняли часть там за Урал куда-то улетела туда, в Сибирь. Часть улетела в Мурманск самолетов. И в принципе, как мы и предполагали, так оно и получилось. Они пригнали эти самолеты в Энгельс, зарядили их, подвесили ракеты, заправили, они взлетели и нанесли ракетный удар. Сколько там, говорят, было? 10 самолетов типа Ту-95 и 7 самолетов было Ту-22М3 в воздухе. Ну, не все в Каспии, часть была в Курской области, часть Ту-22 были в Курской, а Ту-95 были в районе Саратова в акватории Каспийского моря. Как себя чувствуют? Поэтому тут никакого совпадения нет. Они работают по тому алгоритму, который у них есть. Причем предсказуемому, и они не меняют его. Они не парятся на то, чтобы там меняться, прятаться и так далее. Убьют так убьют. Видите, какая постановка. Цена жизни в российской армии не стоит и ломаного гроша для солдата. Вот. Наоборот, он должен умереть за родину. Это главный принцип их и ведения боевых действий с российским командованием. Что касается низкие температуры, то никакого. Единственное, на что может влиять, это то, что необходимо дополнительное время на разогрев двигателей. Вот и все. Прогревать будет не 5 минут двигателя, а 10 минут двигателя. Вот, и сожгет не там 100 литров топлива, а сожгет там 200 или 300 литров топлива, пока будет прогревать двигатели. Так что остальное ничего. Ну, еще может быть обслуживание полосы, подогрев, очистка полосы, чтобы она не обледенела, чтобы на ней не скапливался снежный покров, и самолет мог на твердой поверхности полосы взлетать и садиться. Это очень, очень важно. Поэтому, а на сам самолет абсолютно никак. Вспомните пассажирский самолет, когда идет на своей крейсерской высоте порядка 10 тысяч метров, да, там 30 тысяч футов, там командир корабля, когда летите, командир корабля говорит, мы идем со скоростью 850 километров в час, на высота 30 тысяч футов, потому что, ну, приборы отградуированы в футах, самолеты же это в основном американские, ну и у летчиков принято высоту не в метрах считать, а в футах. Вот. Иногда, говорит, 10 тысяч метров переводит. Вот. И температура за бортом минус 50. И прекрасно турбина крутится, тянет, создает реактивную тягу, и мы с вами путешествуем на борту этого самолета. То же самое здесь. Неважно, поршневой, турбовинтовой, поршневой самолет или реактивный самолет. То есть для него низкие температуры — это наоборот нормальные условия работы. Почему? Потому что рабочая температура у турбины очень высокая, и она имеет, и у нее система охлаждения воздушная. Вот жара для них — это проблема, потому что перегрев корпуса, фюзеляжа, точнее, самолета и турбины работают в условиях
высоких температур и очень надо чем-то охлаждаться. Они практически летом, обратите внимание, самолет почти не прогревает двигатель, а сразу идет на рулежку и старается как можно быстрее взлететь. И держит турбины практически в холостом режиме, добавляет тяги только когда надо перемещаться по рулежке или когда уже надо ставить форсаж, когда надо взлетать. Добрый день. По поводу обстрелов 14.01. В интернете говорят, что по Киеву применялись ракеты ЗРК С-400. Раньше ничего не было слышно об их использовании, только С-300. А эти С-400, в свою очередь, используют зенитно-управляемые ракеты 48Н6Е, которые могут быть в формате «Земля-Земля». Их боевой ресурс может достигать до 200 км, боевой радиус. Мы сами не понаслышке знаем, что такое С-300. А теперь, получается, они будут запускать и С-400, которые летят как минимум в два раза дальше. Не значит ли это, что мы подошли к новому витку ракетного террора мирного населения? Потому что даже в каких-то наших официальных сводках было указано, что этих зенитных ракет у россиян еще куча. Объясните, пожалуйста, слава Украине. Смотрите, вот в чем ситуация. Дело в том, что да, действительно, С-400 еще не применялся для стрельбы. Или вот эти ракеты, которые вы сказали, вот 48Н6Е, это самая последняя модификация ракет. Да, она, любая ракета ЗРК, вот таких крупных ЗРК, имеет установку на пуски в режиме «Земля-Земля». Вот. И, возможно, они, два варианта. Либо действительно другие ракеты начали кончаться, заканчиваться, и они решили прибегнуть к тому, чтобы пускать уже ИС-400 в режиме «Земля-Земля». Это первый момент. Второй момент. Может быть, они доработали эту ракету, как и в 300-м комплексе. Но я бы не сказал, что этих ракет у них много. Почему? Потому что они в основном и для 400-ки они используют ракеты 300-го комплекса, как основные. Вот их Советский Союз наклепал немерено. Там несколько тысяч, может быть даже больше 10 тысяч этих ракет. Потому что ну, на 516 пусковых установок, я думаю, что там ракет должно быть ну, 10-12, может быть и больше. А вот комплексу С-400 ракет количество ограниченное, кроме тех, которые подходят и туда, и туда. Но вот эта последняя ракета, она более новая, и она подходит именно к 400-му комплексу. Я надеюсь, очень надеюсь, пока разведданных нету, что этих ракет не очень много, и что этот С-400 будет использоваться только для, допустим, такого ракетного террора против, допустим, Киева. Против, допустим, там, городов, которые на севере Украины. Ну, раз они начали пулять с Белоруссии, значит, не исключена вероятность, что ракетные удары в таком же порядке могут наноситься и по Луцку, и по Ровно, и по Житомиру. Потому что все эти города находятся в непосредственной близости от границы. Ну, то есть, не то, что непосредственно, они в пределах 200 километров от границы с Белоруссией. И поэтому, да, по этим городам вполне могут наноситься ракетные удары комплексом С-400. Ну, видите, противник ведет войну любыми способами. Что может только выдумать, то он и применяет. К сожалению, так. У них не остается современных средств, они прибегают к тем, что есть. Нету старых средств, они начинают из того, что есть, придумывать, как его использовать в борьбе против нас, для нашего уничтожения. Ну что ж, на этом я благодарю вас за ваше внимание. На этом мы вторую часть закончим. Я немножко поспешил. Закончим мы вторую часть, ответы на ваши вопросы. И у нас с вами остается третья часть. Это комментарии, пожелания и поздравления, которые вы прислали и которые я сегодня зачитаю. Итак, в третьей части сегодня прозвучит следующее.
Трагедию в Днепре не передать словами. Сейчас там полгорода добровольцев, которые вручную помогают разбирать завалы и до сих пор достают живых людей. Есть еще живые есть. Слышны их крики. Работает сейчас там очень много людей. Все хотят помочь. Нас сегодня ранили всех. Днепр справится. Плачем и работаем. Держимся. Русские прощения нет и не будет. Слава Украине. Всім доброго дня. З дозволу пана Жданова звернусь до його підписників, яких вже немало. Шановні пані та панове, я впевнений, що багато хто із вас з різних країн світу, а також із Росії. Допоможіть знайти тих всіх, хто приймає участь в злочинах у Дніпрі. Постіть інформацію про те, що їх шукають. Що за них вже назначена винагорода. Їх треба знищити. Пишіть всім блогерам, якщо вони не продажні і не бояться. Ну, я єдине, що підправлю, вопрос как бы, уничтожения сейчас не стоит. Стоит вопрос опознания. Нам надо идентифицировать вот этих всех убийц, для того, чтобы они попали в иск или в материалы Международного уголовного суда, и по ним был вынесен приговор. А вот уже приговор в исполнении, тогда уже вопрос будет стоять либо их экстрадиции, либо вполне возможно, что приведение приговора в исполнение на месте, если выдача или экстрадиция этого человека будет невозможна. Большой привет вам и украинскому народу из Монголии. Слава Украине, героям слава. Многие россияне твердо убеждены, что они живут в богатой и сильной стране. Но если разобраться, то богатые в России только власть имущие. И их... Прошу прощения. Их единицы. А силу имеет Росгвардия, ОМОН и то только над россиянами. Ну, это да, это почва для размышления для граждан Российской Федерации. Мы тоже в Соединенных Штатах донатим и еще ходим, рассказываем в церквях о войне. Люди несут много, и мы собираем все на базе. Сортируем, отправляем. У нас список того, что нужно. В Киеве живет моя дочь и друзья. В Черкасах сестра и племянница. Вместе помогаем, где бы мы ни жили. Мы победим, что бы там ни было. Мое горе и мои слезы. Взрыв девятиэтажки в Днепре – это личная трагедия. Мои слова поддержки жителям этнической родной Украины. Стала известна информация о командире авиационного полка. Это Олег Тимошин в звании полковника. За его адрес проживания обещано вознаграждение. Надеюсь на скорое возмездие. Дальний Восток. Ну вот так вот, видите, даже в России есть люди, которые готовы... готовы помогать в розыске военных преступников. Привет из Канады. Мой сын живет в Киеве. С момента начала войны мы вместе собираем донейшн деньгами у канадцев и украинцев. И купили ребятам на фронте дроны, приборы ночного видения и прочие заказы на 30 тысяч канадских долларов. Многие мои знакомые тоже собирают донейшн другим ребятам с фронта. В основном все идет через личные контакты, друзей, хороших знакомых, с уверенностью в том, что все до центра дойдет до наших солдат, таких как мы с сыном тысячи, и все мы капелька тоже, по капельке тоже приближаем тот день, когда эти расисты будут изгнаны из Украины. Слава Украине! Скажите, пожалуйста, сколько еще нужно жертв среди мирного населения нашей страны, чтобы мир наконец-то понял, что нас просто истребляют? Да, то, что идет геноцид против нашего народа, это, по-моему, понятно уже всем. Единственное, что тут непонятно, это... Ну, точнее, оно понятно, но оно очень цинично и очень жестоко. Жестоко то, что Запад преследует свои цели в этой войне. И мы платим такую высокую цену жизни наших граждан,
за нашу жизнь, общую жизнь, чтобы Украина, украинцы существовали как нация. Потому что если бы мы не боролись, россияне бы уже устроили здесь бучу в каждом городе, Балаклею в каждом городе. Везде расстрелы, везде подвалы, пытки, выискивание активистов, выискивание проукраински настроенных граждан и так далее и тому подобное. У нас нет другого выхода. Если мы хотим выжить, просто выжить, мы вынуждены бороться. Запад это использует. Использует в своих интересах и ставит свои цели этой войны. Вы думаете, ну, иногда бывает так, что жертва, смерть одного человека может свернуть горы. И ООН там, и все, и международные организации, и руководители западных стран готовы порвать того, ту страну, которая там убила кого-то одного. И это может кардинально изменить порядок хода вещей, благодаря какой-то одной или из-за какой-то одной смерти. А иногда вот так, как у нас десятки, сотни, тысячи людей гибнут на этой войне, мирные граждане, дети гибнут. И Запад цинично говорит, ну мы, наверное, подумаем, давать вам там оружие или не давать. Сегодня не дадим, завтра дадим. Не спешите, вам некуда спешить. Вот в этом как бы цинизм всей этой и ужас этой всей ситуации. Что они все прекрасно видят, они все прекрасно понимают. Они приезжают сюда, ахают, охают, хватаются за сердце. И потом дают 1-2 танка. Или там сотню-другую боеприпасов. И мы вынуждены вот на этом голодном пайке просто отстаивать свое право на жизнь на этой планете. На жизнь на этом, в этой стране. Смотрю эти бои на Донбассе и все время думаю о наших защитниках. Насколько можно выдержать это неперестанное наступление морально и физически. Как справляются солдаты, когда нет возможности сделать передышку? А если бой почти 24 часа? Человек же не робот, а нагрузка физическая просто гигантская. Как тогда делают? Что они смогли, чтобы они смогли отдохнуть? Большое спасибо за информацию. Проводят ротацию. К величайшему сожалению, не всегда это происходит. Иногда по несколько суток наши отбиваются, наши солдаты отбиваются, и из-за этого, а командование не всегда своевременно проводит ротацию. Но единственный способ дать отдохнуть людям, чтобы они не сошли с ума от вот этой вот бесконечного убийства, которое им приходится совершать для того, чтобы отстоять нашу землю и для того, чтобы выжить самим в этой жесточайшей мясорубке. Ротация – это вывод во второй эшелон для того, чтобы люди могли привести себя в порядок, отдохнуть, отоспаться. Ну, как можно еще в таких условиях, если можно в таких условиях отоспаться, поесть нормально и опять возвращается на передовую. Только методом ротации. И в таких вот жестких условиях боевой обстановки. Кстати, Россия имеет в этом преимущество, потому что они пускают волну за волной. Убили, ну и хорошо, бог с ним, следующего посылает. А тот следующий не воевал еще. И он идет в бой. И он воюет 2-3 часа, потом его убивают или ранят. Ну, он даже если он остался живой, он откатывается назад и идет в следующую атаку, пока его не убьют. Убили, хорошо. Он не воюет 24 часа. Он погибает уже к этому времени. Он не успевает устать. Так и вымотаться морально и психологически, как наши бойцы. Вот в этом, к сожалению, преимущество российских войск. Численность. Численность вот здесь играет, переходит в качество. Вот такая интересная цитата. Ложь, 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 ложь во спасение, ложь во искупление вины, ложь достижения цели, ложь карьера благополучия, аренда квартира. Ордена квартира. Ложь. Вся Россия покрылась ложью, как коростой. Это цитата Василий Макарович Шукшин в своем произведении «Рабочие записки» 1969 год. Вот так вот говорил о России Шукшин. Украинцы, очень много россиян желают вам победы. Она надежна...
надежда, одна надежда осталась на вас, чтобы сбросить ненавистное иго в России. Привет из Санкт-Петербурга. Ну, сегодня это звучит очень цинично. А почему? Потому что вы сидите на кухне в теплой квартире и ждете, когда мы сбросим иго в Российской Федерации. Вот это меня иногда, ну, честно говоря, ставит даже в некоторый ступор в плане того, что придите и спасите нас. Выходите на улицу, боритесь. Большой привет вам и украинскому народу из Монголии. Слава Украине, героям слава. Я из Днепра. Взрыв, который вчера произошел, был в 500 метрах от моего дома и работы. Дом даже не задрожал, он зашатался параллельно земле. На работе открылась дверь и задрожали все окна. У нас там жах. Я бы хотела узнать ваше мнение о том, была ли эта атака прицельной или куда прилетела. Ну, я все рассказал в этом видео в начале, куда прилетела и что это было. Да, это был прицельный удар ракеты по жилому кварталу. Спасибо за разъяснение, за зеленый скотч. Я думал, что это только у наших ТРО на блокпостах Днепра из-за президента. Зеленый цвет. Теперь понимаю, что это наши пограничники и действительно, сколько уже ракет позбивали, сколько постоянно сбивают. У меня окна трясутся, кафель один раз отлетел. Я в пригороде Днепра живу. Самолеты летают на низкой высоте, с форсажем. Раньше жена и я пугались, теперь знаем наши соколики. В подвал можемо залізти, аккумулятор с мотоцикла вже переробив на зарядку телефона и світла. У мене питання до вас. Ну, и питання не написали. Ну, вот такой рассказ от жителя Дніпра. Найкраще, що можна зробити, це виграти бій до його початку. Сподіваюся, що Збройні Сили України так і зроблять. Вірю в Збройні Сили України і в нашу перемогу. Вся країна платить свою ціну за право жити вільно. Серце болить за Дніпро і не тільки. Тримаємо стрій. Разом до перемоги. Все буде Україна. Олег, я из Оренбурга, Южный Урал. У нас в городе после начала войны бомжи пропали. Или вороватые чинуши квартиры им купили, что невозможно, или они уже у вас. Я думаю, что военкомы постарались, и эти бомжи уже в Украине, или как минимум в учебном центре. Ну что ж, на этом я... Это видео мы будем заканчивать с вами. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Кто не подписан, приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а еще хочу высказать огромные слова поддержки и благодарности спонсорам и тем, кто помогает каналу. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность записывать это видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить в вооруженные силы Украины. Перемога за нами. Слава Украине!